Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале РусФПС. Все, теперь отлично. И, как вы уже поняли, это... В общем, сегодня мы будем готовить фиферский доширак. Во-первых, почему фиферский? Потому что, ну, все-таки большинство видеороликов у меня не по PES, а по FIFA. Неважно, что не FIFA Mobile, FIFA 14, но вот так вот. Поэтому фиферский. Во-вторых, FIFA это все же более-менее известная тема. И в-третьих, ребят, ну, я на самом деле давно уже это хотел сделать, но подвернулась возможность только сейчас. И перед началом данного видеоролика подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, ну и все. Можете рассказать друзьям и еще раз подписаться. Все, поехали. Это тот момент, когда... Вот доширак, это вот обычно все БП лапшицы называют дошираками. И в видосах там говорят, например, готовлю физический доширак, а там в итоге не доширак, а в общем какая-то другая лапша. В данном случае это именно доширак. Я взял куриный, насыщенный вкус, и нам тут еще производители говорит, что там даже, я вот не знаю, вспышку включать или нет, вспышка вот. Типа со вспышкой будет, ну, более ярко, там красиво. В общем, открываем куриный доширак, обычный. Убрал я его, ну, если вам интересно, за 15 рублей. Вот, и, в общем, поехали. Значит, вот она лапша. На самом деле, это странное. С одной стороны вкусное, а с другой стороны необычное. Это доширак, поэтому. Как бы вот, кстати, лайфхак, ребят, кто не любит есть лапшу, как, ну, она как спагетти. Просто берете об тарелку вот так вот и... Да, нас... ну, вот так и надо, да. Так и надо, просто немножко непривычно. Этот доширак, он какой-то хрупкий весь. В общем, так доламываем. На самом деле это все на вкус и цвет. Кому как нравится, мне нравится вот так вот, когда она вот такая вот лапша. И зацениваем. Неплохо. Просто очень сильно хочу есть. Кстати, зацените советский подстаканник. Вообще топ. Итак, во-первых, нас здесь встречают. В общем, это овощи. И именно от доширака. Именно компания Доширак производит эти овощи. Все. Это максимум, что мы могли отсюда достать. Далее. Вот это все досыпаем. А это мы едим, правильно? Правильно. Далее. Это у нас что? Это у нас бульон куриный. Интересно, что в нем есть. Вот не знаю, видно вам будет или нет. Да, кстати, видно. Я хочу посмотреть состав. Название состава нету. Состава нету. Странно. В общем, поехали. Я вот сейчас смотрю, в жизни это нормально, а на камере это какая-то дресня. Так. Все. Ну, обычный, типичный обед среднестатистического россиянина. Я так не делаю. Ну, просто даже не перемешиваю. И чем фиферский доширак будет отличаться от обычного? Как вы думаете? Так, еще раз оценим. Наличием в нем сыра. Итак, вот пчелка. Пчелка. А это нож. YouTube не бань. Наличием сыра. Рассказываю лайфхак. Вот такой маленький кусочек сыра остался.
чтобы он, ну, резался маленькими, во-первых, мы сначала его вот так вот нарезаем, оп, это не самый острый нож в мире, он тупой, но пойдет, в принципе, вот берем так, если большой, например, вот так, можно уже, в принципе, оставить. А если кусок большой, то нужно не только так, но еще и вот так подрезать, и только потом вот так вот. Ну, у нас маленький кусочек, поэтому вот так. И на выходе у нас получаются вот такие кубики. Оп. Ну, я думаю, буду дорезать до конца, поэтому не щадим сыр и просто кромсаем его. Все. Ну и просто дорезаем пчелку нашу. Вообще сыр — это неотъемлемая часть в любом дошираке, как я думаю, всяких там лапшей. Погружаем сыр сюда. Так, воду я уже заранее приготовил. Итак, да начнется приготовление. И что на этом этапе мы делаем? Вообще, в принципе, еще, по идее, можно добавить такую штуку, которая называется майонез, но майонеза у меня практически ноль. Чтобы вы понимали, его ноль. Вообще. Вообще ноль, надо будет за майонезом сходить. Это вообще дичь какая-то. Сейчас камера трясется из-за того, что я майонез... пытаюсь выдавить. Вот смотрите, вот вам лайфхак, как выдавить майонез. Это прям... Вообще, его скрутили в трубочку. Дальше зажимаем. И пытаемся что-то из него выдавить. На самом деле, тут тоже на любителя, но майонез, он поглощает острый вкус и делает его из острого... приятным. Вот. Сколько смог, столько выдавил. Нормально, пойдет. Далее. Далее. Все это дело мы, конечно же, перемешиваем. Кому не нравится майонез, можно, конечно, не делать это. Но сыр — это прям вообще. Это одно из важнейших. Сейчас заценим. Неплохо. Но майонеза маловато. Люблю есть лапшу именно на этом этапе, когда она не острая. Доширак, кстати, очень острый, такой обильненький. В общем, ждем и дальше будем есть его. Ну вот, закрываем все дела, ждем. Ну, а пока наш доширак готовится, я предлагаю его отодвинуть. Нож убираем, а то YouTube будет злиться. Делаем автофокус. И, в общем, такая тема. Я зашел, в общем, сегодня в Пятерочку, купил растворимый кофе. Два. Нет, это не реклама, я вот так за... Камера. Вот. Купил два кофе, один... Так вот, закрою. Один карамельный, другой рич крем. Возьму карамельный. Карамельный просто топ. Правда, я его давно не ел. Так, скоротать время, пока... У меня руки сыр. Скоротать время, пока там готовится. И вот просто как запить. Я на самом деле кофе сейчас редко употребляю, а в пакете, когда вообще раз, наверное, в месяца три, если вот все мои, ну, на жизнь я не видел. Все. Если на жизнь, то даже нет, раз в год. Довольно-таки неплохо. Заливаем. Чтобы вы понимали, что там происходит, это вообще... Оно там бурлит. Ну, это красиво смотрится. Все. И...
Я думаю, зальем до конца, чтобы потом не подливать. Не знаю, насколько это рассчитано. На 200 или на чуть поменьше. Но всегда нужно пробовать. Смотрите, пробуйте. Песка очень мало. И значит, добавляем одну ложку песка минимум. Ну, чтобы было послаще, все дела. Кстати, кружка с футбольными мячиками. Неплохо, да? Вот уже что-то. На самом деле еще можно добавить немножко. Оп. Не знаю, как я буду монтировать данное видео. Вообще не представляю, как. Но, скорее всего, оно выйдет. Сухое молоко, конечно же, здесь. Так, ну я думаю, что наш доширак уже готов. Ну да. Значит, берем бородинский хлеб. Если нет бородинского, можно взять батон. С батона вообще офигенно. В общем, берем, перемешиваем. Получается очень прикольно и едим. Ну вот все. В принципе, смысла в данном видео никакого не было. Просто обычный доширак. Понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, с вами был, как всегда, Русов ФПС. Все, а я буду есть и смотреть видосы. Все, пока.